Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моих четырех каналов, а именно Рутуб, Ютуб, Дзен и Нум, площадка от МТС. Небольшая информация для тех, кто любит смотреть мои ролики. Допустим, сейчас у меня на канале вышел вот такой вот ролик про прохождение брата Outlast. Некоторые видео YouTube не пропускает. Поэтому все видео загружаются на мой Дзен канал. Здесь нет никакой там цензуры, никаких проблем с выкладыванием. Переходите на Дзен и смотрите, собственно, на нем. И также буду очень-очень сильно благодарен, если вы авторизуетесь на Дзене. Там довольно-таки просто это сделать, либо ВКонтакте, либо аккаунт Яндекса. Так вы поддержите мой канал втройне, в четверне, намного больше. Поэтому обязательно логиньтесь, заходите в аккаунт на Дзене и смотрите мои ролики. Перед началом данного видеоматериала я бы вам хотел рассказать о том, что на данный момент в группе ВКонтакте мы проводим просто жирнейший конкурс в истории канала. Очень-очень жирненький конкурс. Спасибо большое спонсору за спонсорство данного конкурса. Разыгрываем мы вот такие вот замечательные ключики на игры в Стиме. Активация в Стиме. Первое место у нас Detroit Become Human. Стань человеком. Думаю, знаете эту популярную игрушку. Сам хочу очень сильно пройти ее. Второе место Black Book. Вроде как от российского разработчика. Третье место Rising Storm Вьетнам. Собственно, ссылка на мою группу ВКонтакте находится в описании под этим роликом. Народу у нас участвует мало. Помимо ключей разыгрываем еще скины на CS2. По мере роста канала и материальной поддержки мы будем разыгрывать, в принципе, больше призов, больше чего-то еще. Например, чего вы хотите, к примеру. Возможно такое. Поэтому переходите, если интересно, участвуйте. Всем я желаю удачки и всем приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такую вот Royal Call'у в новом дизайне. Только необычную классическую. На классическую, кстати, у меня обзор уже был в новом дизайне. А на старенькую хотел сказать. На Zero. Без сахара. Колла. Видос, кстати, недавно делал на эту тему. Чисто вкидывал такие свои мысли. О том, что напитки Zero очень вредны для организма. Связано это как раз-таки с сахаром в крови. Прикольно, да? Сахара вроде в напитке нету, а проблемы связаны с сахаром. Ну, есть что, найдете видосик, есть кому интересно. Собственно, новый дизайн. Я, как обычно, в принципе, уже года 2-3 делаю так. Если выходит какой-то новый дизайн, то 100% я делаю на него обзорчик, переобзорчик. Называйте как хотите, как по кайфу жесть. Объемчик 2,25 литра. В принципе, этот бренд Royal Call of. Продается он в Бристоле. В последнее время видел я его в Магнитах, в других магазинах, так скажем, да. В принципе, бренд вроде как то ли популярным становится, ну, судя по всему, да. Это уже даже, я бы сказал, не предположение, а факт. Потому что и информации какой-то много в интернете появляется, и вкусы они новые выпускают. Тот же со вкусом мохито, тот же вишневая сангрия, на которой у меня обзоры на канале есть, если интересно, смотрите. Так вот, что по поводу напитка-то? Продается, как и сказал в Бристоле, этот напиток. Он, в принципе, после санкций вроде как появился, я его начал замечать. Может, он был и до санкций, хер его знает. Но в целом в Бристоле начал он появляться после санкций. Поэтому такая вот история. Довольно-таки хорошая, качественная кола. Мне она нравится. И цена мне на эту колу нравится. 100 рублей, чтобы вы понимали, за 2,25 литра напитка.
Правда, только пластик. Ну, ничего страшного. Пластик вреден для организма, особенно для мужчин. Блин, получается, тут вообще x2. Вред от напитка. И пластик, и то, что Coca-Cola Zero. Cola Zero. Но, как говорится, рискую ради вас, ради контента, ради себя, чтобы попробовать, покайфовать. Собственно, напиток холодный. Покупал я его вроде вчера. День уже где-то лежит в холодильнике. Ну и давайте открывать и пить. По запаху, в принципе, классическая кола. Блин, довольно-таки тяжело 2 литра брать в руку. Это приходится обеими руками обхватывать эту бандуру и наливать ее. Ну, посмотрим в подсластители. Вывозят или нет. Что могу сказать? Вкусно. Вкусно и прикольно однозначно. Недостаток какого-то сахара вообще не чувствуется, как будто сахар есть. То есть напиток сладкий. Блин, нифига себе. Даже как-то удивительно получается. Напиток без сахара. Но сам по себе напиток сладкий. И недостатка даже сахара не чувствуется. До чего дошли технологии? По напитку вопросов нету. В принципе, вкус колы классической, обычной. Недостаток сахара я тоже не выявил. Так, кофеин менее 150 миллиграммов на литр. В принципе, обычный показатель кофеина. На углеводы у нас 0 граммов, как и написано, то бишь сахара. Судя по всему, подсластители качественные. Реально какого-то недостатка сахара я здесь не чувствую. Очень вкусная кола. Получается, что и веса не набираешь, да, и кайфы получаешь. Оценочка, в принципе, однозначно здесь 5 из 5. Кола прям максимально суперская. Минусов абсолютно никаких нету. Кроме как проблем со здоровьем, типа, в будущем. В целом, кола качественная, вкусная, большой объем. Дешевая, 100 рублей, выгодная, да? Все в целом круто, классно и прекрасно. Оценка 5 из 5. На этом все. Налью себе, пожалуй, еще. Всем большое спасибо за просмотр. Оценочку Коле я ставлю. Однозначно 5 из 5. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ваше здоровье. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Залетайте на мой Дзен-канал, поскольку сейчас проблемы с Ютубом. На моем Дзен-канале не забывайте логиниться через VKL Яндекс. По ссылке в описании. Дзен переходим, логинимся и смотрим там ролики. Заранее спасибо, кто залогинится и смотрит там ролики. Очень сильно так поддержите. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.